господин, господин Зет! Похоже, что мы этого тупого аннигилятора так и не нашли. Но зато у меня есть план. И какой же? Скоро сами все поймешь. Эй, Рона, у меня к тебе дело. Что нужно, господин Сэп? Фландер Скарлетт! Ты же вчера похищала Фландер, так ведь? Можешь ее снова похитить? Фландер Скарлетт? Она из Гензакё, так ведь? Я ведь раньше нагибал ее и пытал без остановки и повесил ее на тентакле. Ты же можешь еще раз похитить? Похитить ее из Гензакё? Конечно же! Да побыстрее главное! Знаю, знаю! Но если этот тупой аннигилятор доберется до нее раньше, чем мы, без группировки молодежи нам его не убить! Вот только резни в Новосибирске нам еще не хватало! Вы не знаете, что этот аннигилятор задумал! Если он доберется раньше, то... А ты разве не можешь его оглушить? Не таракан, Умбра! Это же твоя работа похищать жертв, так ведь? Ну, вообще-то да! Вот-вот. А резни я не хочу. Но если он похитит Фландер раньше меня, я отомщу этому тупому аннигилятору за то, что он не пилит монтажи и устраивает восстание. Без паники, господин Сет, без паники. Кстати, Рион, давай это... Попьем раньше, пока времени есть, а? О, ну, конечно же, да. Да не, это уже ни в какие ворота, я так полагаю. Трындец рулям. Кстати, пельмень, у тебя есть какие-то планы? Я думаю, господин, думаю.